Более 5000 нарезных винтовок и большое количество боеприпасов обнаружено на судне, задержанном во вторник неподалеку от греческого острова Крит, сообщает агентство DPA со ссылкой на местные власти. Также сообщается, что власти задержали всех 7 членов экипажа. Ранее сообщалось, что греческая береговая охрана обнаружила грузовое судно с флагом Боливии, перевозившее большое количество оружия. На борту находились граждане Сирии, Египта и Индии. Согласно бортовым документам, обнаруженный корабль загружался в турецком порту и направлялся в Ливию. Корабль был досмотрен в порту критской столицы Ираклиона.